Для меня это прежде всего возможность помочь людям. Конечно, искреннее счастье. Я очень радуюсь, когда моим пациентам лучше. И действительно, это одна из наших целей нашей работы. Начинала работать в реанимации и помню тех людей, которым, к сожалению, мы помочь не смогли до сих пор. Члены моей семьи, конечно, привыкли к такой работе. Они сами являются врачами и знают, что это такое. Конечно, профессиональных успехов, здоровья, удачи в личной жизни. Ну и, конечно, чтобы их возможности совпадали с тем, что они имеют сейчас.